Утро доброе, капитализм. Привет, Санек. Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Привет, ребята. Ответь мне, Капа, на вопрос. Ты веришь в чудеса? Конечно. Серьезно? Да. А я вот сомневаюсь. Ты сомневаешься? Угу. Но вот сегодня мы проверим. К нам придет гость. Угу. Да? Ну вот чудо, конечно же, что Андрей Колеватов к нам приходил на прошлую программу. Да, так, он одной рукой кубик Рубика собирает. Ну да. А есть ведь люди, которые собирают вслепую. Вот такого чуда я еще не видел. Вслепую. Так давай скорее этого чуда сюда. Ну так давай ты сначала загадку скорее сюда. Нашим маленьким телезрителям. Потом Ваня Хватов к нам придет в гости. Поняла. Давай. Внимание, загадка. На витрине все продукты, шоколад, конфеты, фрукты, кабачок и огурец вам предложат. Тебе кабачков тихо, не надо? Тихо, не, кабачки не надо, мне их самух, во. Повторяю, на витрине все продукты, шоколад, конфеты, фрукты, кабачок и огурец вам предложат. Огурец. Присылайте правильный ответ, получайте приз. Ну и так, вот знакомься. Иван Хватов. Иван, доброе утро. Ваня, здравствуйте. Доброе утро. Скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься спидкубингом? Спидкубингом? Первые соревнования у меня были в мае этого года, а научился я 3 года назад. Как ты вообще к этому пришел, дорогой товарищ? Познакомился я с кубиком Рубика в 4 года, когда мне первый раз подарили его на день рождения, так. И я начал пытаться его собирать. Ну, сразу получилось? Нет. Получилось только через 4 года. Получается, что ты такой упорный. Вот у меня тоже был в детстве кубик Рубика, я до сих пор у меня стоит разобран. Слушай, а мы в каком классе учишься? Ваня, ты в каком классе? В пятом. Угу. Ну, нормально, уже 4 года занимается. Нам сказали, что ты умеешь вслепую собирать кубик Рубика. Да. Ну-ка, вот давай. Наушники зачем? Чтобы вглухую еще? Чтобы сосредоточиться, чтобы концентрация, была? Да, поэтому пока я собираю, я хочу попросить немного тишины. Все, мы сейчас... Чтобы я мог сосредоточиться. Ага. И еще, сначала ты должен посмотреть. Конечно, ты должен посмотреть. Да, я посмотрю и запомню. Ага. Так. А потом, когда запомню, я закрою глаза, надену наушники и начну собирать. Так, вы там, пожалуйста, тоже, даже наши маленькие и большие тележители, тишина. Не шумите там. Ванечка, вот тебя, держи, так, запоминай. Хорошо. Так, я надеваю. Все, молчи. И начинаю запоминать. Я готов. Поехали. Я могу сказать, я здесь была и я видела чудо. Это фантастика, ребята. Браво! 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 Минута 44! Вслепую. Все, мы умолкаем, Ванька. Пожми Ване руку. Ты молодец. Ванча, это, я не знаю, я много чего видала, но такого никогда. Все, ребята, друзья всем мои, пока. На этом мы прощаемся. Все, прощаемся. Пока.